Всем огромнейший привет, с вами Роман Шкудер, компания ForceLife. Сегодня, как обычно, проведем обзор рынка криптовалют. Значит, у нас в прошлом видео было сценарий движения дальше наверх по битку. Мы, в принципе, сходили, но сейчас сформировалась немножечко другая модель. Сейчас видите, вот у нас был этот хай, кстати, кто бы что ни говорил, смотрите, вот экстремальная точка. И никак не могли мы закрыться выше. Ну, то есть одно закрытие было выше. Вот, просто сразу, следующий, сразу ниже. Плюс уровень есть в зоне 32. Вот смотрите. Вот этот уровень, да, ближайший, сильный, 32, с которого было сильнейшее падение в прошлый раз. Вот эта зона, с которой начиналось как раз вот это мощнейшее падение. Тут такой двойной уровень. Поэтому сейчас откатились и в целом картина я так понимаю, немножко поменялось. Возможно, сейчас какой-то откат, например, там на 3700 или 3800. Съем ликвидности вот здесь, потому что тут много тоже стопов стоит и так далее. И потом уже движение может быть вниз с коррекцией. Но это будет хорошо. Где-то в зону там 28, 28 500 я просматривал вот сюда. И дальше, возможно, какая-то консолидация. И дальше движение уже может быть выше там 32 и так далее. 38, 36. Посмотрим, куда может пойти. Ну, всегда есть два сценария. Восходящий тренд, пока у нас не сломлен. То есть, у нас уже видите, все логи постоянно повышающиеся. И переха идет все время. Поэтому, в принципе, неплохо все выглядит. Но ну, может быть, конечно, какая-то коррекция. Мы вместе с тут стояли, не смог он пройти. Обычно, знаете, когда не может пойти в одну сторону, значит, идем в другую. Есть такое правило. То есть мы очень долго стояли, не смогли пойти наверх, значит идем вниз. И ничего другого здесь нету. Поехали дальше. Ну, а, кстати, победа. Сейчас смотрим 29 ближайшее, если будет снижение, ну и потом там 28, 28 500. Тут такие вот зоны, поэтому возможно и 26 пойдет, ребят. Тут никто не знает. Мне там писали вообще там знакомые ребята, что 24 ждут. Ну посмотрим. Я пока 24, если будет перелом вот этого лоя, а это уже будет плохо, ребят. То есть вот этого минимума. Ну то есть тут он был, видите, в моменте. Ну если разве что в моменте сразу обратно, тогда может быть. Но это будет не очень хорошо, если вот этот лоу перебьют то это будет не очень хорошо уже для восходящей тенденции, скажем так. То есть оно может пойти там 26, даже до 25 нормально. Но если ниже у 25, то 24 700, это уже будет плохо. BNB -шка. пока что слабее рынка. Не может выйти. Тут, если пробивает 220, то может быть вообще ему очень плохо. Там, конечно, новости и так далее. Сек взялось, и там на главу тоже пооткрывали кучу разных там претензий и так далее. Поэтому, возможно, BNB здесь счет этого будет давить. Хотя, смотрите, консолидация, тут такой боковой диапазон, широкий рейндж, да, и никуда в целом он пока не двигается. То есть, ну, нормально стоит, но я бы здесь смотрел от шарта, если вот будет ретест еще 250, там 7, 260, можно рассматривать какие-то шарты отсюда, потому что, ну и если пробивает 220, то, конечно, тогда уже тенденция у нас меняется на шартовую. Дальше посмотрим, так, DOT, что у нас по доту? Дота, а, кстати, смотрите, вот был уровень раз, дошли до этого, 5.69, он еще стоял ранее у нас, до да, сняли ликвидность отсюда и отсюда, это было понятно. То есть такой ложняк сделали и сразу обратно. Теперь, ребята, ну тут может быть какой-то отскок с вот этой зоны, плюс у нас еще вот здесь тоже есть какая-то зона отскока, вот она, видите, там 5.2, 5.1. Но я поставил чуть ниже, здесь 4,97, да, но вот здесь тоже есть зона, поэтому может быть какой-то отскок. И дальше посмотрим. Ну, то есть, пока он двигается неплохо, хотя тренда здесь никакого нет. Ну, то есть, просто широкий раньше, возможно, еще один тест будет 4,2. Вообще, очень легко это может быть. Ну, хотя уже консолидация какая-то есть, но может еще так стоять полгода. То есть, вот в этом широком диапазоне между 8 и 4 там. И вот это будет ходить все время. Поэтому в данный, в данный момент, конечно, после резкого снижения есть вероятность какого-то отскока. Если нет, тогда, если идем там ниже 4.96 с закреплением, тогда идем дальше. Тут тоже моменты. Э, эфир, значит, эфир дошел до 2.28. Смотрите, вот эта зона. Вот эта зона уровней. Тут кто бы что ни говорил, все это работает. Смотрите, тут был ложный, потом спустили, еще ретест. Опять спустили, еще один ретест. Хотя поджимают, ребята, смотрите. Вот так возьмем, поджимают реально очень хорошо. Вот здесь вот. И даже можем вот так вот нарисовать. Смотрите, вот видите, такое поджатие. Я не торгую наклонной линии, честно вам скажу. Я не торгую наклонной линии. Я просто вот говорю, что вот поджимается к уровню. А тут может быть все, что угодно, как бы. Ну хотя, видите, не перебивает лои. То есть, если будет перебой вот этого лоя или вот этого, тогда может быть и из продолжения. Тогда идем дальше. То есть сейчас смотреть, конечно, лучше от лонга, но со стопами, например, где-то отсюда. Ну, посмотрим 4 часовик. Ну да, на каждом откате, в принципе, можно рассматривать там 1882 вот, с целью там 1966. То есть небольшие движения нужно брать, потому что рынок сейчас не ходит прям очень сильно. Ну, были тут две свечи, все остальное, посмотрите, волатильность очень низкая на самом-то деле. Смотрите, вот евро уже, евро-доллар вообще 1.12. Я давно уже не видел этой цифры, смотрите, офигеть просто. 1.12 уже это было еще в 22 тогда, да, ну красиво. Все кричали, что уже все, евро спустился, а евро обратно пошел. Все красиво сделали, тут всех сняли, сходили ниже и потом вынесли обратно. То есть такой ложняк здесь произошел с возвратом и движение дальше. Ну может и на 1.20 теперь пойти, хотя я валюта не торгую, честно вам скажу. Значит, по лайткоину халвинг там у нас должен быть в августе. Думаю, что уже движение закончено, ребят. Я думал, будет, я говорил 120-130, чуть-чуть не достали до моей цели. В 113 было. Видите, обратно вернули ретест. И видите, опять же таки. Вот уровень с истории. А обратно возвращается, ретест снизу и движение вниз. Теперь смотрим обратно, если будет 102, можно тоже рассматривать и шорты оттуда. Если, конечно, не будет закрепления выше, если пойдет дальше. Ну, такая свечка аномальная здесь была и после нее залили, но ну, как обычно это бывает. Он же, он же выдохся, хотя тренд тут как бы нормально. Ну но и еще, видите, он опять зашел в этот диапазон. То есть опять 81 там или даже 72-102. Вот такой широкий диапазон движения. Ну, сейчас он, конечно, может быть какой-то, хотя уже он произошел, но может быть он продолжится. S&P. А S&P, кто бы что ни говорил, ребята когда-то докричали, что все, шорт, вот тут вот говорили. Там голова и плечи, еще какая-то херня. Вот это вот, смотрите вот. Вот, вот, типа, голов... а сейчас мы выключим, наверное, вот эту фишку. И посмотрите, вот, типа, плечо, голова, второе плечо. Говорили, что после этого все. Или здесь то же самое. И посмотрите, что произошло дальше, ребят. Просто движение. Я говорил об этом, что я жду первое, если выход будет выше 4200. Можете посмотреть предыдущее видео, кто не видел. Я об этом говорил. 4200. Идем дальше. 4400, потом 4600. Почти достали. Почти достали 4600. Уже сегодня даже может будет эта цифра. Это может цифра будет. И значит, э, ну как бы уже очень сильно задрали, ребята, наверх. Поэтому тут может быть и движение в другую сторону. Поэтому очень внимательно. Но дальше нас ждет 4800, что я могу тут сказать. И скорее всего с первого раза такой уровень не пройдут. Я думаю, что может быть сделают перехай, это будет хорошо. И потом с последующим снижением. Хотя, чтобы не было, знаете, вот такой ситуации, как было в 2008 году, тогда, кстати. Ну-ка мы сейчас посмотрим. Э -э, а что он не двигается, кстати. А, тут нету истории этой. Я понял. Там в 2008 тоже такая двойная вершина была. И после этого очень сильно сливали. Поэтому может быть и такое. Хотя, я думаю, ребят, что пойдем дальше по SP. Что он пробьет эту всю, вот как раз, зону, может, не сразу, и пойдет там на 6-5 тысяч пунктов. Ну, прошел он, конечно, очень много. S&P просто очень круто идет. Так, значит, Соланыч. А, кстати, Соланочка наша любимая, смотрите. Был ретест вот этой зоны, потом откатились, 20 пробили, смотрите, с закреплением. И дальше пошли 26, и 26 пробили с таким очень сильным хвостом, очень сильным выносом обратно. И сейчас, ребята, тут уже, конечно, нужно рассматривать где-то какие-то точки. Но пока я бы сюда не лез, честно вам скажу. Потому что не совсем понятно, что тут ну, такая волатильность, тут могут в любую сторону пойти. То есть на закрепление выше там 26,5, возможно, но пусть он постоит там, пока он так откатился, пробил туда-обратно и непонятно куда может пойти. Ну все зависит от битка. Если биток там пойдет, то потянут, наверное. Но очень сильно слон смотрится. Но она прошла, ребята, уже больше 100%. То есть 150% с этой точки сюда. Это буквально за там полтора месяца даже меньше. Поэтому она немножко выдохлась. Я бы пока бы не лез в нее. То есть надо было тут брать или тут брать. А сейчас уже лезть, когда она прошла, такой уже в последний вагон. Обычно плохо заканчивается такая ситуация. Значит, трон. Дошел до 0.81, ну, кстати, ребята, стоит. Стоит трон, конечно, и скорее всего, наверное, с такой консолидацией вышли. Но тут такой треугольник, я об этом тоже говорил. Я это тоже не торгую, но смотрите, вот. Видите, вот треугольник, выход наверх и дальше погнали. И вот здесь вот сейчас, если смогут закрепиться, значит идем на 0.1. И там 0.12, дальше 0.13 и так далее. То есть вот эта вот зона. Сейчас, если смогут выше выйти, а скорее всего так и будет, если тут снимут ликвидность, могут и вот... Ну, отсюда можно рассмотреть, в принципе, на лонг. Вот эту точку, ребята, со стопом. Хотя я уже, знаете, когда уже так прошло, немножко он выдохся. Я такие точки не очень люблю. Хотя может пойти, потому что есть энергия в инструменте в данном случае. Что это такое у нас? Это у нас XLM. Это просто сумасшествие. Тут было за день тогда больше 100%. Ну, там... В некоторых биржах 100, на некоторых больше. Тут около 100% за день было. Просто жесть лютейшая тема. Я не участвовал, но есть ребята, которые участвовали. И смотрите, кстати, тоже вот, вот зона уровня. Вот подошли, постояли 0,25, можно было отскок взять. Спокойно, с вот точка была. Вообще идеальная просто. Я такие точки очень люблю. Это хвост, прям и тесты вот здесь вот. Очень круто. И потом движение это 10% или там 12% движения. Очень неплохо, но дальше уже. Ну вышел он. Ну, хвост такой, ребята, конечно, это не очень хорошо. И слили половину этого всего. Типа вот здесь уже, как бы распределение. Можно так сказать, вот этого всего набора, распределение. И теперь не факт, что он дальше пойдет. Ну, какие-то отскоки можно ловить, но уже тут все прошло. А вот это теперь, ребята, вот это я очень люблю. Вот это мое любимое Ripple. Почему пошло движение? Потому что сек. Проиграли спор. И суд сказал, что Ripple это не ценная бумага. И Ripple на этом фоне, бах, и сразу наверх. Это было ожидаемо, потому что смотрите, весь вот этот набор, весь вот этот набор позиций, я об этом тоже говорил, на, на недельном графике даже вот набирали, должен быть куда-то выйти. Учитывая то, что вот это постоянно поджимали наверх, и здесь вот был такой съем всех позиций. Сейчас посмотрим, где-то вот съем был вот эти. А, вот этот хвост. После этого хвоста, когда всех тут сняли, понятное дело, они набрали себе позицию. И дальше, посмотрите, просто поджать и пожать и поджать, И потом резкий импульс, когда никто этого не ожидал. Смотрите, тут даже точка была входа. Вообще просто. Сейчас дальше. Вот точка, в принципе, была. У меня позиция давно была, я об этом говорил. Средняя цена между 0.3 и 0.4 я набирал. Средняя там где-то 0.35-0.36. Я все делал, ребята, еще чтобы вы понимали. Я вам покажу еще вот здесь, двадцатого года мы еще сидели. В этом. Тут не выходили, потому что немного прошло было, но ну, надо было ходить. выходить, конечно. Здесь я выходил по 0,9, 0,8999 мне стояла цена, потому что почему? Потому что там уровень с истории есть. Вот смотрите, видите, я там выходил с откупом 0,7. Откуп был 0,7, далее вот тут откупить были. И сейчас я сижу дальше, Сейчас уже, ребята, я не знаю, ну как бы тут вот можно было заходить, что тут делать, это уже другой вопрос. Но скорее всего, что пойдет дальше. Пойдет на доллар и так далее. Можно на каком-то откате пробовать взять со стопом, конечно, потому что тут можно было брать уже и долгосрочно. а то Здесь уже немножко стрельневато, потому что ну, может пойти на минус 20 и сидеть в убытках не очень хочется, себе ток задают. Поэтому смотрим Ripple, я думаю, что Ripple может сходить спокойно, я думаю, в зону там 1.3-1.5, вот сюда вот. 1.3, 1.5 с вот этого движения. А может и на 3 доллара пойти, никто не знает. Но я думаю, первая цель где-то 1.3, 1.5 будет, плюс-минус, вот с этого. Если сможет выйти выше 0.9 и пойти дальше. Пока смотрится все на это. Я пока сижу, я думаю, где-то 1.3 буду крыть, там 1.4, с откупом где-то в зоне 0.9 если пойдет дальше. Вот так вот Ripple такая вот тема. Ну и думаю, что пока лонговая модель, ну, может, конечно, все изменится, но я долгосрочно сижу, мне, в принципе, такое. Средняя цена у меня далеко, я там так плюс 100% уже сижу, поэтому даже если будет какой-то откат, я готов посидеть на, на откат, скажем так. Потому что у меня цели, я думаю, где-то брать долгосроки между 5 и 7 долларов, где-то вот там. Но это долгосрочно, когда биток уже все выйдет. Но никто не знает, когда это произойдет. Значит, и у нас еще тезас с этой точки, смотрите, выкуп, потом сейчас вот 0,795, ну где-то вот здесь можно хотя он такой какой-то блин странный, не очень мне нравится, ну где-то вот с этой точки можно что-то рассмотреть, хотя ходит он не очень, как-то вроде идет, а ну такие движения и, и объемы какие-то странные вот эти свечи все тут можно рассмотреть где-то 0,79,5. Вот здесь, когда все снимут всю ликвидность, вот отсюда, например, пойдет. И вот где-то вот здесь можно будет захватиться, как в, на вход в позицию. Пока что я бы не лез. Вот Ripple мне больше всего, ребят, нравится. Это реально очень круто. Я даже думал, он может добраться, его еще посидеть локально. Но надо какие-то откаты, конечно. Вот здесь точка была неплохая. Вот тут я смотрел. Но я тут же откупил был ту, ту позицию, которую продал по 0.9, по 0.7 вот здесь откуп был. И значит сейчас я уже сижу. Вот здесь точка была, кстати. Может быть сейчас вот тут будет закрепление 0.79 и с половиной. И дальше он уже на закрепление пойдет. Ну или какой-то откат на 0.73, например. Где-то вот там. Пока что вот тут лезть по движению. Ну, такое себе удовольствие, потому что один откат, и вы по стопу выходите. Так как уже прошли движение немного. Вари вари вариант этого сценария очень большой. Поэтому будьте внимательны, не забывайте стопам. С вами был Роман Шкудра, компания Force Life. Всем успехов. Прибыли и увидимся. Пока.